Здорово. Сегодня я обучу вас классному фокусу с картами. Итак, мы берем... Не. Здорово. Сегодня... Здорово. Сегодня я обучу вас этому классному фокусу с картами. Итак, мы берем обычную колоду карт, и нам необходима заранее укомплектовка. Мы берем 4 любые карты. Я как показывал с дамами, с ними я обучу. И также еще нужно 3 тоже любые карты, но я взял 3 туза. Берем любые. Одного туза мы откладываем в колоду, он нам не нужен. Мы это все должны укомплектовать. Берем любую даму одну, к примеру, я взял пик, кладем на колоду сверху. Теперь берем 3 туза сверху и потом еще 3 дамы аналогично сверху. И у нас укомплектовка закончена. Также берем коробочек из-под карт и мы готовы показывать фокус. Первое, что мы делаем, это если этот фокус в самом начале, мы достаем с коробочки колоду, мы отсчитываем аж целых 6 карт. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. 6 карт. Мы снимаем полностью 3 туза и 3 дамы. И откладываем как предсказание подальше, чтобы зритель не увидел большую стопочку, что там много карт. И у нас здесь есть одна дама сверху колоды, та, которую мы укомплектовали. Берем коробочек, ближе к зрителю кладем. И теперь мы навязываем любым способом эту даму. Итак, стоп в любом месте, к примеру, здесь. У нас есть карта, это у нас, например, дама. Но мы зрителю не показываем, что у нас здесь есть дама. Мы показываем ему только рубашку. И не глядя вообще на эту карту, убираем ее коробочек. И здесь вы начинаете рассказывать, что я сделал предсказание, колоду перетасовали, коробочек положили ближе к зрителю. Говорите, я сделал предсказание, то есть я выбрал с колоды 3 туза. Но, конечно же, вы не показываете все те карты, которые под тузом крести в данный момент. Вы говорите, я сделал небольшое предсказание, то есть чтобы красиво все вышло, разделите колоду на 4 части. 1, 2, 3, 4. Возьмите коробочек и положите на любую из этих стопочек. Ну, к примеру, на вот эту вот он кладет. Мы эту стопочку убираем и вместо этой стопочки кладем колоду, коробочку. Далее, мы показали перед этим 3 туза зрителю. И теперь мы переворачиваем и складываем, говорим... Сейчас мы возьмем и по тузу на каждую стопочку положим. Но мы уже кладем первую даму, вторую даму и берем здесь все, кладем. То есть получается у нас сверху дама, а под низом здесь 3 туза. 1, 2, 3. Так. И теперь вы говорите, теперь все будет красиво. То есть я сейчас достаю здесь туза. Можем попросить зрителя достать тузы. Говорите, сейчас здесь будет туз. Но вдруг вы показываете, что здесь дама. Потом вы щелкаете пальцем, делаете любые всякие там движения. И у нас здесь есть 1 дама, 2 дама и 3-4 дамы. Вот такой вот фокус. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. До новых встреч. Ставьте лайк. Пока.